Проснувшись однажды утром, я сел за свой компьютер, чтобы узнать, что происходит во вселенной Раста. Листая ленту, мне пришло уведомление на почту от неизвестного отправителя. Открыв письмо, я был поражен. Мне написал сам Илон Маск, и у него было для меня задание – колонизировать новую, неизвестную для мира Раста планету. Планету Марс. Я надел свой джетпак и, не обдумывая, решил взяться за эту отважную миссию и отбить планету от марсиан. Я зашел, вижу типа, прыгни. Прыгни. Центр бежим. Надо фармить чареса на хату. А есть смысл в купола забегать? Да. Там реса фармится. Кстати, осторожно. Тебе могут тут животные сожрать на изи. Их тут миллион. Ну я как бы тут, ну здрасте. Надо лук сразу крафтить, иначе нас тут убьют. Да. У меня уже 120 ткани. Грибами хилится я вообще уже на изи. О, а тут походу не X1. Ты куда меня босс привел на какой-то мод? Ты дерево фармишь камнем? Да, я прыгаю. О, а это я, привет. Здорово. Тут кто-то фармит. Я не понял, ты что, тоже марсианин? Да. Пойдем убьем его. Быстрее. Синий костюм. Да. Медведь, беги. Я убежал. Чел, убей медведя. Не могу. О боже. Это ты? Да. Надо медведя зафармить. Формлю. Нож. Тут инстакрафт. Блин. Да. Прикольно. Фастом. Держи. Нам нужны костяные стрелы. Фармить впереди. Все, готов убивать всех. На него собака сагрилась. Да все, он не жилец уже. Баллоны забирай, пригодятся. 4 пружины. Ну, это я как бы готов колонизировать Марс. Смотри, впереди строится. У них рец, наверное, есть. Он с пушкой. Он с буром. У него бур. Он поставил шкаф. Подсад. Быстро. Давай, иди сюда. Стрельни еще раз. Убил. Ого! Ты можешь ли мумнуть хату? Я не могу запрыгнуть. Пожалуй. Дверь открыта. О. Милости просим. Ого! Забираем. Капец. Тут двери открыты. Тут трупы. Я слышал типа тут. Я слышу, он дышит. Он наверху, наверное. Ты хочешь запушить? Нет, это не тип был. Это типа мы можем дышать в этом, в этой РТХе. А что там наверху? Я не знаю. Я тоже хочу посмотреть. Тип наверху! Синий костюм! Арбалет! Все-таки он дышал. Дал хит ему. Долгового убил. Хорош. У него скраб. У него много. Тоже я тоже синий? Смотри. Синяя карточка. Там элитный ящик, смотри. А где взять синюю карту? Не знаю. А там красная лежит, смотри за синей. Понял. У нас есть картошка. Мы марсиане с картошки. Марсианская хата. Шкаф у меня есть. Я буду улучшать дерево, да? На третьем этаже ставим. А мы же можем его разбить потом. И все. У нас пока дерева не хватит. Вот так вот. Улучшай сразу все. Пока никого не вижу. Блин, я хочу зеленую карту найти. Синюю. Помню или нет. У нас два типа синие. Синие, два типа возле нас. Я шкаф закрываю. Один тип. Я не вижу. С луком вроде. Он меня убил с двухи. Понял. У этих ребят дома еще не было. А чтобы отстроить дом, нужно было подфармить дерево. А оно было только под куполом. Ой, я недалеко. Ты можешь лук для меня взять? Они убегают. Может, пойдут дом строить? У них синяя карта есть. Ты можешь за ними следить? Я с ними ПВПшусь. Мне бошку дали. Я сейчас, походу, откисну. Меня убили. Они, наверное, будут дом сейчас где-то строить. У меня они. Они у меня. Босс. Опа. Я замес какой-то. Они у меня. Они меня убили. Они под куполом, босс, в большом куполе. Они снова меня убили, но так как карта была очень маленькая, добежать туда мне не составило труда. У меня есть лук.
тут меня убивают. Я нашел двушника, он у меня. Эти типы у меня, чел. Я бегу. Одного убил. Я бегу, брат. Убил двушечника. Хорош, я тут, я близко. Ресы, все наши ресы. Бурник? Синяя карточка, да, красная. Хорош! Карточка. Хорош! Да. Мой. Миллион всего. Красная карта, чел. Дал хит. Дал хит, убил. Нет, он выжил. Нет, он упал. Ты с двухой? Да, не луки залутали, одного убил. Мне хит дали, бошку дал. Хорош. Да, тут некоторые рецепты изучены. Реви, кстати, есть. Вот. Понял. Понял. У нас все карты есть, мы можем как-то залутать этот, нефтевышку. Там ботов много, да? Да. Можно ревики скрафтить и на ревиках залутать. Да. О, мы можем второй верстак поставить и покрутить ресы. Может, Берда выпадет. Я покрутил рецепты, но ничего хорошего нам так и не выпало. А на карте видишь красную зону? Угу. Это аэродроп. Сейчас туда упадет. Он быстро падает? Да. Идем туда фастом. Космический дроп. Звучит интересно. Он так же выглядит? Смотри, на скале, на Е. Угу. Вот это дроп. Личина летит. В смысле дроп? Наверху, посмотри. Взрыв был. По мне попал. Тебя типы с двух сторон убивают. Упал. Упал. Там тип за ней. Калаш был. Я сдох. Калаш АВМ. Взял калаш. Макросы активите. Хорош. Убил еще, всех убил. Хорош. Чувак. Первый дроп просто отличный. Бери авик. Костюм, дай костюм. Держи. Защита. Модель 2. Включение. Справа два типа. Убил одного. Убил. Давай, я правый хватаю, ты левого. Синий костюм забираю. Ресов миллион. Костюм, это как МВК броня. Тут тип был в доме. Серьезно? Я его убил. Убил типа. Блин, а у тебя есть чем разбить? У кого? Да, есть, сейчас золотая типа. Не, помоги мне разбить, потом золотаешь. Ясно. Ну, неплохо. Да, неплохо. Интересно, твои военнымещики. Ух ты, неплохо. НПЗ-ха, вау. Мне кажется, типы в шоке просто от того, что происходит. Давай патроны немного скрафтим. Давай. Чтоб я мог дефаться хоть немного. Самого верхнего убил. Миллион патронов у меня уже. Целый стак. Ух ты, я чуть не сдох. Убей бота здесь, внутри. Тут Томпсон есть. Кто-то спрыгнул? Он спрыгнул. Пилки есть, короче, у меня все нормально. Ого. Вот это взрыв. Смотри, боты летят. Космонавты прилетели. А где они? Ну чё, сверху? Народ, погнали нам! Ого, смотри, блин, сколько их упало. Земля пухом, чё. Ого, не... Чувак! А это фигово. Я башки должен. Одного убил. Он может бота залутать. Убил его. Сейчас я в бошку попадаю. По-моему, у меня еще кто-то прыгает. Будь аккуратнее. Хорошо. Мы всех убили.
Тут топовый костюм с него выпал. О, мне сейчас одену. Тут очень много хилок выпало и очень много всего. Ты жив, нормально все? Да, да. Вау, ой, чувак. Второй калаш. А зачем тут МВК маски? Да я не знаю, это стандартный. Спас надо забирать и идти рейдить сейчас всех. Вы, наверное, можете подумать, это изи старт, но не тут-то было. У нас появились соседи, которые тоже бегали с калашами. Вижу, он спрыгнуть пытается. Дал хит ему. Дал хит ему. У него калаш был! Серьезно? Еще один? Чувак, есть синяя карта? Есть у меня. Поднимайся. Бракованная карта. Ну норм. Еще одна синяя. Еще три корпуса на калаш. Обалденно. У нас подхатывает кто-то. У меня 1400 скрапа. Да, пойдем домой. Давай калаш изучим и третий верстак поставим. Давай. А как насчет гранаты? Гранаты. Получите гранату. На! Вот вам граната! Это он тебе граната, накидал. Граната, ложись! Ничего себе. Он справа. Капец, он жесткий. О! Идеально! А у тебя есть яйки, которые играют музыку? Нет. Фигово. Я знал, что у тебя нет яек. Ну да. Ах ты жук! Забираем. Минус тип по домам у нас. Опять крысили. Минус еще один. Звушкой. Да, еще один. Опять тип. Гранаты и лестница, слышишь? С блочки еще на 290. Понятно. Летит. Он уже летит? О, да. Там впереди штуки, наверное, сидят. Одного убил. Сейчас будет мясо. Может, мы дадим кому-то полутать? Нет, не надо. Мне минус 60 дали. Плюс калаш. Еще и ЛР-ка. Обалдеть. Мне кажется, это несправедливо. К бомжам, понимаешь? Это несчастье. Зарейдят эти бомжи. Ну и после мы решили немножечко пофармить, чтобы обустроить наш дом. Или построить новый. Смотри. Чел. Это скорее всего, кто нас крысил тут живет. А давай по карте пройдемся, посмотрим, где какие артехи есть. Тут кратер какой-то есть слева, смотри. На карте, ну, видишь? Другом пока фармить будем, да. Мне прям интересно, что тут вообще есть. Тут много чего. Предлагаю следующий вайп идти на большую карту. Можно. Очередь, кстати, на сервере. Два человека. Нормально. Все. Это онлайн рейд. Нет, лезвий. Ну слушай, неплохо на халяву. Ну да, неплохо. Мы хотели отстроить новый домик, а для этого нам нужно было пофармить очень много дерева. О, фармилы. У тебя что, дульник? Окей, don't worry, I don't kill, не убиваем. Ну, у нас где-то 100 тысяч дерев, нет, не 100, обманываю. Ну, 3 строчки, 3 на 3, 18 на 3, короче, много очень дерева. Тип перерабатывает, босс, быстрей! Забей на дерево. Зеленый костюм у него. Со стволом. Куда он ушел? Вот, у меня крадется. Он наверху сам. Убил. Еще один бежит. Это наши соседи были. Короче, смотри, я строю сейчас новый бункер тогда. Вот так. Ой.
Он точно без косяков? Точно. А ты посмотрел? Ты можешь расширить его? Да, конечно, можно. Тащи дерево. Может быть, печки тащи. А, печки у меня. Те шестеренки еще. Давай я одну печку куда-нибудь просто поставлю. Будем пока плавить металл. Как тебе идея? Или даже две могу поставить. Потом еще огорожу их как-то. Есть смысл. Мы полностью перенесли наш лут, обустроили дом, и так закончился наш первый день выживания на Марсе. На второй день у нас появились соседи, которые постоянно нам мешали играть. И что нужно было делать с их домом? Правильно, выносить. Он в доме, ну бахайся. Я понял. Он перенес все, чел. Да, может, и не перенес, пофиг, шкаф заберем. И застроим его нафиг. Чувак, она уже 10 минут горит. Она еще потухла. Нет, не перенес он. Он перенес. Шкаф. Да, он все перенес. Ты можешь контрить тут? Постреляй. Тут. Убил. Вот, все ресы. О, отлично. You're so shit, kid. Get offline. Wait, go to sleep. Please, go to sleep. Я сдох. Одного убил. Не знаю. Калаш, поди. Это пулик, походу. Нет. Чувак, он жесткий какой-то. Он очень жесткий. Убил его. Где второй? Убежал домой. Точно уверен? Да. Нип-нип. Я тебя залутал, беги наверх сразу. О, нифига он лупит. Ты живой? Да. Наверх беги. Где? Сразу. Кила нет, да? Убил его. Хорош. Мы понимали, что нас вот-вот зарейдят наши соседи, и мы решили построить новый домик на другом конце карты. Ну, я думаю, нам буферка нужна все равно тут. МВК у нас плавленая. Плавится. Как только мы отстроили новый домик, я успел познакомиться с нашими соседями. Давай перенесем на драться. Минус калаш. Тут трое. Их трое тут, босс. Их трое. Я убил. Это нип-нип. Слышь, миллион ресов. Мы можем сейчас большую хату зарейдить. У них очень много ресов, все. Отлично, давай перенесем ресы и зарейдим. Давай, давай, я пытаюсь что-то сделать. Они постоянно сидели у нас под домом, и было принято решение зарейдить их. У них еще может быть МВК в шкафу. Точнее, шкаф МВК.
Мы можем смотреть сюда и потом вглубь пойти. Как думаешь? Давай, давай. Главное, чтобы там железа не было. Там камень был. Я же тебе говорю, я далеко проходил. Отлично. Нет. Да, вот сюда дверь поставили, я тут не был. Что, вглубь? В центр. Ого. Ля. Надо разбивать ящики. Есть чем? Нет. Он в доме, он в доме. Я убил его. Это не мейн. Надо было сюда правее бахать. Меня убили. Босс, меня убили. По мне, по мне. Убил калашиста. Эверщика убил. Он не знает. Бомжей вообще куча. Нас застраивать хозяин шел. Я авторизовал их. Такое на самом деле. Ну до этого, да. Тихо, тихо, тихо. У меня тип с болтовкой. У меня пулик, у меня пулик. Нэп-нэп. Они ко мне идут. Он меня убил. Забей. Чё? Нет, их много там. Я его убил. Пулик? Да. Ну ничего, нам... Сердцем убивать? Меня убили на крыше. Ща, убью их. Там тебя. Я там. Ищу пулик. Я взял пулик. Минус один. Под хатой кто-то. Ты можешь полутать его. Быстро сбегать. Минус второй. На вышке убил? Да. Их четыре на финише было. Прикол. И все у нас было классно, пока не появились наши соседи, которые не вылезали со своей крыши. Пиксель готов. Гель. Оу. Я валяюсь. Подними. Я тоже сдох, чел. Они в пиксель попадают. Он что, всех убил ботов уже? Он с пулеметом. Так их двое. Они на самом верху. Короче, мне хилки и патроны. Я всех даже... убил, босс. Убил? Да, иди наверх, утай. Пулика убил. Он мне бошку дал. Он с пуликом. Минус пулик. Хорош. Плюс еще один пулик, босс. Откуда у него столько пулеметов? Нэп-нэп постоянно к нам прибегал с пуликами, но мы знали, где он живет, и решили его зарейдить. Тем более для этого я накрафтил немножечко сачелек. По 10, ну, ты 10, я 10. Капец, это трэш какой-то.
Минусовый эмщик. С духи. Понял. Тут магазины, они пустые. 100 хп. О, кстати, мы его почти доломать можем. Отдадим. Почему он пустой? Я сломаю. Ой, кто спит, кстати? Нип-нип, слышишь? Я был прав. Это его нычка. Слева ящики закрыты. Что нам с этой дверью делать? Бах, и ракеты нас красные, пофиг. Все-таки это нип-нип. Сломали. Я сейчас ракеты запалю, там сломается все-таки. Слышь, мы не сможем залутать. Нам копья нужны, чтобы их лутать. Чувак! Тихо. Иди сюда. Чекай. О, ты прикинь, сколько они раслутали. Бери. Половину мне оставь на граник. Ну не половину, там чуть-чуть оставился. У меня чуть-чуть осталось. 4 штуки. Разберем. О, тут такой же утром. А где шкаф у них? Вот шкаф. Справа шкаф, да? Да. Или слева. Давай шкаф перенесем пока что, слышишь? Стой. Типа идут. Вантирада. Тут все вантирады. Меня кикнуло, босс. Найс. He speed hunt for playing, слышь? You're тебя banned from the server. Тебя забанили, я сейчас тоже отвечу. Что? Чувак, меня забанили на сервере. В смысле, хак? Тебя тоже забанили, босс. У тебя USP, а у меня вообще хак. Все, босс, мы прошли этот сервер, согласен? Что происходит? Такой сервер классный был, за что? Мы прошли этот сервер, да ладно, я пруфы им предоставлю, что я играю. Ну, типа, записываю. Спасибо за игру, чел. Ну, не за что просто. Скинь мне, пожалуйста, куда я могу им написать. О боже. Наигрались, дупо. Два читака зашли. Уж чего-чего, но такого мы явно не ожидали. Нас забанили, и я решил зайти к ним в Дискорд и спросить причину бана. Мне сразу же ответила администрация, мы с ними решили вопрос, и меня на этом сервере разбанили. Так же, как и босса. Кстати говоря, босс тоже снимал, и передавайте ему приветик. У него тоже вышел ролик. И еще. Огромное спасибо моим спонсорам и тем, кто смотрит и поддерживает мой канал. Огромное вам спасибо. Теперь вы будете выводиться всегда на моем экране. Всем пока!